нет, все эти персонажи кажутся в опасности. Кого из них мне спасти? Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак, и здесь у нас над главой стоят вот таких 7 персонажей. Это Гримас Шейк, девочка Соник, говорящая Анжела, Майки, тюремный миньончик, циклоп и Бан-Бан Икзи. Ну что ж, друзья, давайте решать, выбирать, кого же из них будем спасать. Давайте попробуем, может, спасти некоторых. Побежали в портал! Опа, мистер Бист, здорово! О, здорово, Зомбак! А ты не хочешь пройти мои крутейшие испытания? Я подготовил для тебя много интересного! Да, мистер Бист, это очень круто было бы! Я бы попробовал... Да, здесь очень много разных монстров! Хорошо, мистер Бист, я согласен! Давайте возьмем пулемет и пойдем биться с монстрами! Попробуем пройти все испытания! Что за... дырявые какие-то ямы тут водяные. На, лучше туда не падать, а то провалюсь куда-нибудь под землю, под мир. Давайте попробуем пройти здесь дальше и сразиться со всеми этими монстрами. Нам нужно спасти сегодня добрых персонажей, это обязательная цель. Поэтому да, попробуем пройти все-все здесь комнаты. На, фиолетовый, получай. Кажется, нам нужно идти вон в ту сторону. Видите, там стрелочка красная. Скорее всего, мне до туда надо дойти. Так, реально здесь воду везде разлили, и там какие-то ямы глубокие. Лучше бы мне, конечно, туда не падать. Эй, синий радужный друг, на, получи монстр. Отлично, с ним мы тоже разобрались. Перепрыгиваем. Так, красный, я же с тобой тоже разберусь. Что думаешь, такой суперсильный, крутой, что ли? Да вообще слабак. Так, хорошо. Я думаю, что мы еще отсюда пойдем. Так, ну-ка, оранжевый, на тебе. Хорошо, с ним-то расправились, ребяточки, идем дальше, и здесь у нас какой-то сундук. Вау, алмазы, это очень круто. Все эти алмазы я, ребята, оставлю, потом с вами на них что-нибудь крутое купим. Вон как много алмазов, но я их за ними еще позже вернусь, ведь нам нужно идти дальше. Что это здесь за эффектики такие? А, циклоп! Ну-ка, отойди подальше, дай-ка мне выбраться отсюда. Да что? Ага, в воду провалился циклопик, ха-ха-ха. Так, а как мне отсюда выбираться? Что это за место такое? Мне... Только не говорите, что мне нужно идти по воде. Я сейчас, наверное, вот здесь вот этот сломаю и заберусь сюда. Так, здесь у нас какие-то грибные биомы. То есть мне можно прям по этим грибочкам прыгать. Только надо быть осторожней. Если я упаду вниз, то вряд ли они меня... мне дадут возможность обратно подняться. Так, следующая дверь вон там. Нам нужно в ту сторону двигаться. Так что будем осторожны, аккуратненько туда продвигаться. Постепенно побеждая всех монстров. Так, перезарядим пушечки. Идем сюда, на, охотник Тим. Как в водичке, нравится плавать. Это необычный грибной биом. Он, ребят, еще и какой-то, смотрите, зараженный. Видите, эффект разлетается. Если мы, наверное, тут будем долго дышать этим зараженным воздухом, то можем превратиться в одного из этих монстров. Вы посмотрите, скорее всего, это был какой-то обычный житель в Майнкрафте, а теперь он превратился в вонючку Джоэла. На, получи, монстр! Но, к сожалению, их уже не вылечить, поэтому их просто нужно победить. Все, мы прошли это испытание, мы большие молодцы, идем дальше. Здесь у нас... Стоп, что? Там что, миньончик? Ах, почему он в тюремной робе? Ребят, у него костюм, как будто он заключенный. Да, он реально тюремный миньон. Мне интересно, это добрый миньончик или же злой? Ладно, мы к нему еще попозже подойдем, только сперва вот с этими монстрами справимся. Так, ты злой Экзисоник. Давай, подошел. Получай, человек за окном и трубоголовый тоже сейчас у меня отхватите. На! Да как же ты такой сильный-то, а? Ты тоже трубоголовый, получай. Так, пока я перезаряжаю пушки, нам нужно добраться до миньона. Вот только... Э, миньон, ты добрый? Да, помоги, пожалуйста, Зомбак, я добрый. Меня ни за что посадили в тюрьму. Спаси! Да, я попробую тебя спасти, вот только лестница у тебя очень высоковата. Я до нее не могу достать, зацепиться, я срываюсь. Так, ты шо? Я ж тебя победил, ты как вернулся? Так, мне нужно найти где-то лестницу, скорее всего, она в каких-то этих сундуках. Попробуем посмотреть, здесь у нас пусто. Так, здесь еще сундук тоже пусто. А вот здесь... О, лестница, ребята! Это очень круто! Возьмем лестницу. А что здесь в печке? Опа, ключик. Так, ключ нам попозже понадобится. Сперва давайте спасем нашего друга-миньончика. Приветик. Да, ура, ты пришел, Зомбак!
Зомбак, я давно тебя жду, спасибо за помощь! Конечно, да не за что. Давай, пойдем со мной, я вот тебя вот сюда куда-нибудь поставлю. Жди меня тогда здесь, хорошо? А я пойду дальше проходить испытания. Вот только вот здесь в печке у нас были... ключ вроде, да? Да, отлично, я нашел ключик и нажимную плиту. Это круто. Открываем дверь, ставим плиту и... Ничего не происходит, потому что я дурак и не туда ее поставил. И она сломалась! Нет, а как мне теперь пройти дальше? Ладно, я предлагаю вот здесь просто стену проломать, и я думаю, что... Так, мне как-то надо прорубиться на следующее испытание. Видите, вон там еще монстры. Нам нужно как-то пройти. Давай, стена, ломайся! Я случайно сломал нажимную плиту, поэтому мне придется здесь сломать стену и пройти... я сломал лестницу. Надеюсь, они нам не понадобятся. Так, короче, вы монстры? Здравствуйте, привет, скоривари гигантский. Как жизнь, как поживаешь, давай драться. Давай, я с тобой с пулемета сражусь. Итак, здесь у нас каких-то 6 белых гаражей. Интересно, кто там может скрываться? И здесь у нас Ниблер. Я думал, там добрые персонажи, а здесь монстры. Окей, откроем следующий гараж, и здесь Соник Икзи. Привет, Соник! Здорово, на, получай! Отлично, с ним разобрались, открываем. О, Майки! А Майки у нас добрый. Да, привет, зомбак! Наконец-то ты здесь! Да, я рад тебя пришел, отлично! Пойдем-ка со мной, давай я тебя отсюда вытащу. Нам нужно спасти Майки. Отлично, ребята. Стой здесь, хорошо? Нас ждут еще 3 гаража, то есть половина. Открываем гараж, и здесь Анжела, говорящая Анжела. Приветик. О, привет, зомбак, можно я помогу тебе и пройду с тобой испытание? Да, конечно, было бы можно, но вот только там много страшных монстров. Я думаю, что вам лучше с Майки остаться здесь. Так, будьте здесь, а я пойду смотреть дальше. Опа-на! Это тоже Анжела, вот только Анжела Икзи. Давайте с ней сражаться, получай. Ой, стой, подожди, не бей меня. Чё, в гараже своем застряла, да? На тебе. Так, а в последнем у нас Бен Икзи. Ну окей, с ним мы тоже, я думаю, разберемся. Отлично. Монстры побеждены, ребяточки. Здесь у нас дверь закрыта на замок, и у меня вроде ключ даже был. И... Стоп, стоп, стоп. Ребят, он не подходит. Этот ключ сюда не подходит. Нам нужно найти другой. Эй, ребят, вы не знаете, где здесь найти ключ? Ну да, знаем. Ах, я видел, ключик прятали где-то над гаражами. Ах, а как я туда должен забраться? Ладно, давайте попробуем залезть. Опа, поднимаемся. Так, может вот где-то там? Сейчас заберемся с этой стороны. Так, здесь у нас... Пусто. Я упал вниз. Нет, да как так? Еще раз поднимемся. А, ключ с этой стороны. Вы видели? Вон он. А я уж решил в ту сторону пойти проверить. Вот он, ключ, ребят. Все, мы можем идти дальше. Спасибо, ребяточки. Мы открываем дверцу и проходим на следующее испытание. Что у нас здесь? Вау, это девочка Соник. Соника, привет. Привет, зомбак. Не хочешь попробовать лабиринты пройти? Да, конечно, конечно, я соглашусь, Соника. Это классно. Я пройду все твои лабиринты. Вот только в какую сторону идти, я не знаю. Давай-ка сюда пойдем глянем, что есть в бочках. А бочки у тебя пустые, да? Просто бочки. Окей, давай я в ту сторону пойду. Блин, какая она классная, девочка Соник. С синими волосами. Так, эй, ты, Спайдер, а ну пусти меня в свой лабиринт. Пусти, уйди отсюда. Теперь пойдем с мопсом гусеницей драться. Эй, мопс. А, он на меня нападает. Отлично. Перезарядим пушечку и открываем калитку. Он такая прикольная. Калитку реально достаточно толкнуть, и она, видите, сама открывается. Классная штука. Так, Майки, на тебе, получай. Я с вами всеми сейчас разберусь. И тут еще Балди. Что думаешь, со мной справишься? Да я ж тебя легко одолею, ребят. Балди думал, что меня сможет победить. Мы вместе с вами всех монстров одолеем. Так, Бонни, на тебе. Возьмем, наверное, пулемет и пойдем дальше. О, Гримас Шейк, здорово, Гримас. На тебе. Отлично. Вроде как со всеми монстрами мы справились. Мне даже дают возможность взять себе алмазную броню. Круто. А давайте примерим себе алмазную броню. Опа. И как я выгляжу? Смотрите, какой красавчик в алмазке. Классно.
Так, идем. Ага, возвращаемся обратно. Выбираемся, ребяточки, обратно. Так, отлично. Кстати, мне дали вот такие еще белые блоки, чтобы спасти добрых персонажей. А вот злых мы сейчас скинем в лаву. Итак, злой это у нас циклоп. Отправляйся в лаву, монстр, и гримас шейк. Отлично, они побеждены, а все остальные у нас добрые оказались. Давайте мы сейчас до них доберемся, поставим вот сюда блоки и вот такие вот дорожки сделаем. Так, все, все спасены. Отлично, друзья. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. С вами был Зомбак, и до новых встреч. Всем пока-пока.